19 мая, в День печати Республики Татарстан, в спортивном зале культурно-спортивного комплекса «Уникс» состоялся мини-футбольный матч между студентами Института социально-философских наук и массовых коммуникаций и выпускниками факультета журналистики Казанского университета. Необходимо отметить, что и сборные выпускников, и дружины нынешних студентов – это кубковые команды. Выпускники брали кубок КФУ в 2014 году, а студенты сделали это в текущем сезоне. Итогом игры стал счет 4-4, и в соответствии с правилами игры футболисты должны были исполнить послематчевые пенальти. В результате команда студентов факультета журналистики одержала победу над выпускниками. Ребятам и достался кубок Высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФУ. Адель Шамилова, Диана Паскарь, Роман Полинсков, Универньюз.